С двумя победами вернулся из Москвы вокальный ансамбль «Престиж» Чебоксарского музыкального училища. Студентки второго курса Анастасия Павлова, Мария Еремеева и София Козлова принимали участие в международных конкурсах «Арт-караван» и «Бегущая по волнам». В первом девушки завоевали гран-при, а во втором стали лауреатами второй степени. Девушки занимаются вокалом еще со школы. Поступив в музыкальное училище, решили петь вместе. Уже в составе ансамбля не раз участвовали в республиканских конкурсах и фестивалях, но подобного успеха добились лишь сейчас. Наш ансамбль выехал за пределы Чувашии впервые. Москва – очаровательный город. Нам очень понравилась организация конкурсов. Их участниками стали коллективы с разных концов России. После нашего выступления к нам подходили члены жюри, восхищаясь и расспрашивая о нашем ансамбле. Публику и жюри покорило выступление нашего ансамбля. Анастасию Павлову, Марию Еремееву и Софию Козлову конкурсом готовила преподаватель Чебоксарского музыкального училища, певица и хоровой дирижер Елена Орехова. Она сама поет в ансамбле «Иволга». Они очень хорошо дружат, они такие очень активные девочки, очень много занимаются. Очень хотят много узнать. Поэтому, видимо, вот это все вместе вот так вот сложилось. И мы дополнительно занимаемся, потому что у нас такого предмета сейчас, они занимаются только вокалом у меня. И мы находим какое-то время, причем они это делают с очень большим удовольствием и желанием. Поэтому мы занимаемся дополнительно, а особенно когда конкурсы, подготовка к конкурсам, то это, конечно, мои воскресные дни и, ну, в общем, любое свободное время мы стараемся, конечно, встречаться дополнительно. Вот так вот и получилось. Поэтому у них есть вот цель, поставили себе и достигли каких-то результатов.